Читы в реальной жизни. Во время просмотра фильма нажмите пауза, пауза, плей. Вы пропустите рекламу в фильме и сразу перейдете к нему. Наберите 0, когда используете один из большинства автоматических телефонных систем, чтобы передать вызов оператору. Также могут работать и другие кнопки. Всякий раз, когда вам отвечает голосовая автоматизированная телефонная система, обычно произнося слово «представитель», вы сразу получаете кого-нибудь живого на линии. Что касается чит-кода номер 2, я рекомендую этот сайт, gethuman.com. Там вам помогут Могут с разного рода телефонными проблемами. Держите запасной ключ от машины в бумажнике или сумочке. Если у вас большой ключ, который не поместится в вашем кошельке, сделайте такой ключ, на котором нет электронного чипа. Он все равно разблокирует машину, просто не запустит. Но если ваш кошелек украли, у них будет ключ от машины. Все, что им нужно сделать, это пойти к вам домой через некоторое время и отогнать вашу машину с дороги. Езда на велосипеде сэкономит вам много денег на бензине, парковке, медицинских счетах и абонементе в спортзал. Если во время езды на машине вы ускоряетесь и внезапно впереди видите полицейского, который явно вас заметил, притормозите и помашите ему рукой. Ваши шансы, что вас остановят, немного уменьшатся. Не грубите, но также никогда не отвечайте на допросы полицейских, когда они вызывают вас на допрос. Когда вам читают лекцию по голосовой почте, нажмите 1, сделайте мгновенную паузу. Если не получилось сразу, нажмите звездочку, сделайте паузу. Наконец, нажмите решетку, если не единица, ни звездочка не сработали. Это называется техникой 1 звездочка решетка, и она работает для всех носителей телефонов. Если магнитная полоса вашей кредитной карты начинает затираться или изнашиваться из-за использования и нахождения в вашем бумажнике и не всегда читается в картридере, вы можете использовать трюк с пластиковым пакетом. Поместите карту в пластиковый пакет для продуктов и проведите ее. Не знаю, почему это работает, но это работает. Если пойти дальше, вы можете просто наклеить кусок качественной целлофановой ленты на магнитную полосу, чтобы получить постоянный трюк с пластиковым пакетом. В конце принятия душа сделайте воду немного или полностью холодной. Холодной. Это разбудит и вас, и ваш обмен веществ. Это также закрывает поры, чтобы меньше грязи и бактерий могло проникнуть внутрь них, что уменьшит проблемы с прыщами. Кредитные карты косметических магазинов обычно имеют скидку 20% на покупки. Я оплачу такой картой, а затем еще находясь на кассе, сразу же оплачиваю оплату своей дебетовой картой. Я только что получила 20% скидку на свою покупку и не получила счет по кредитной карте. Это также работает с картами GCP. Когда вы покупаете что-то в интернете, у вас обычно есть возможность ввести промокод перед покупкой. Погуглите промокоды. Они есть и их много. Вы можете получить что угодно от бесплатной доставки до 25% скидки. Выключите и снова включите. Покупайте вещи не в сезон, это сэкономит вам деньги. Если это не еда, конечно, ее покупайте в сезон. Если вы забыли чье-то имя, просто скажите, извините, но как там вас еще раз? Они могут обидеться, но когда этот человек назовет свое имя, просто ответьте. Нет, я имел в виду вашу фамилию. Ее более социально приемлемо забыть. Бинго, вот вам и имя, и фамилия. Осторожно крутите апельсин в руках, когда снимаете кожуру с плода. Это позволяет легко очистить всю кожуру за один прием. Уберите негативных людей из своей жизни. Не можете найти свою машину на стоянке? Нажимайте кнопку блокировки, пытаясь заставить ее подать звуковой сигнал. Увеличьте расстояние доступа без ключа, поместив ключ под подбородок. Сигнал будет резонировать в вашем черепе, резко увеличивая диапазон. Клянусь богом, это работает, и мне сказали, что это безопасно, потому что излучение не ионизирующее. Если вам приклеят штраф на лобовое стекло вашего автомобиля, вы потенциально можете избежать наказания за незаконную парковку на той же стоянке до конца дня, если оставите бумагу на лобовом стекле. Сохраните список всех телефонных номеров кредитных карт в своем мобильном телефоне. Таким образом, если ваш кошелек когда-либо потеряется, вы можете немедленно позвонить в банк, чтобы заблокировать их. Также неплохо поместить все карты из бумажника в копировальный аппарат и распечатать страницу, чтобы оставить их дома. Это даст вам доступ к вашей лицензии и всему другому. Если вы потеряете свой кошелек, приостановите действие своих кредитных карт, не блокируйте их. Если вы заблокируете их, это может позже появиться в вашем кредитном отчете. Если вы считаете, что найдете карту позже, удержание сохранит вам красную отметку в вашем отчете. Если вы ведете незнакомую машину и не знаете, с какой стороны бензобак, просто посмотрите на маленький значок насоса рядом с указателем уровня бензина на приборной панели. Ручка насоса на значке будет на боковой стороне бака. Обновление. Я видел бензобак на более старом автомобиле и оказалось, что ручка не горела. Но обычно рядом со значком есть маленькая стрелочка. В 99% случаев это место находится напротив выхлопной трубы. Пока что я обнаружил только то, что бренд автомобилей Pontiac Vibes начала середины 2000 Года сломал эту тенденцию. Если стрелки все-таки нигде нет, то скорее всего на стороне пассажира. Я еще не видел ни одного автомобиля без стрелки, у которого не было бы бензобака на стороне пассажира. Этот совет был непопулярным, поэтому я его немного модернизировал. Он изменил мою жизнь. Если вы находитесь дома, на работе, на вечеринке или, боже упаси, в доме вашей девушки, и унитаз начинает переполняться, снимите крышку с задней части бачка и поднимите длинную ручку до упора. Вода перестанет подниматься, и вы можете спокойно бормотать ей проклятие, пока она не вернется вниз. Что чаще всего и происходит. Чтобы очистить вареное яйцо от скорлупы, покатайте его по тарелке некоторое время, пока вся скорлупа не потрескается равномерно. Тогда легко снять сразу всю оболочку. После того, как вы сварите яйца, немедленно поместите их в ледяную воду на несколько минут. Ни уксуса, ни соли, ни масла, ни того, что люди используют. Скорлупа сразу выскользнет. Если вы пролили любую жидкость, которая оставляет пятна на ковре, красное вино, сок и так далее посолите пятно. Втирайте соль в ковер просто руками. Оставьте на несколько часов. Для серьезных пятен до несколько суток. И пропылесосьте. Вуаля пятно исчезло. Если вы паркуетесь в большом гараже или в торговом центре, выйдите и сфотографируйте на свой мобильный телефон знак ближайшей парковки, зона B2 и подобное. Вы больше никогда не потеряете свою машину. Если вы ведете электромобиль и аккумулятор разрядился, найдите друзей, установите ключ в положении включения, поставьте машину на вторую позицию и нажмите сцепление вниз. Пусть ваши друзья толкают вашу машину. Когда вы наберете приличную скорость, отпустите сцепление. Этот прием называется выталкивание сцепления. Ваш автомобиль заведется, и вы сможете некоторое время ездить так, чтобы потом подзарядить аккумулятор, при условии, что с аккумулятором или генератором все в порядке. Если постучать по банке из-под пива или газировки, она будет меньше шипеть. 4231. Чит-код торгового автомата. Это предоставит доступ к диагностическому меню торгового автомата. В большинстве случаев такие забавные функции отключены, но раньше я получал бесплатную скидку и парочку банок колы. Используйте это на свой страх и риск. Я работал в колледже инспектором по парковке, и мы можем сказать, когда это оказывалось подделкой. Штраф за это правонарушение в университете, в котором я работал, составлял 250 долларов. И обычно людям запрещали парковку в университете. Чит-код для парковки в колледже. Любой, кто учился в колледже или университете, знает, что обычно университет взимает смехотворную сумму денег за парковку. Обычно более 300 долларов за семестр или 10 долларов за день. Услуга, которая должна была быть абсолютно бесплатной для студентов, учитывая дороговизну обучения. К черту это все. Купите один ежедневный пропуск в начале учебного года. Обычно это небольшой бумажный билет, распечатанный на участке. Возьмите его домой и отсканируйте Планируйте, напишите дату на завтра и распечатайте. Повторяйте это в течение следующих четырех лет. Любой, у кого есть даже самые элементарные навыки работы с фотошопом, сможет сделать это, чтобы смотрелось как настоящее. Даже если ваш принтер плохо печатает, все равно сработает. Я занимался этим два года в Калифорнийском университете и сэкономил сотни долларов. Я знаю, что это работает в Калифорнии, поэтому я призываю вас, ребята, проверить это и в других местах. Если вы получили штраф за парковку, а с момента его введения прошло меньше часа, немедленно позвоните по номеру штрафа, чтобы оспорить его. Звонок будет проходить через серию автоматических вопросов. Вам надо ответить на эти вопросы, исходя из предположения, что ваша машина перегрелась и что вы припарковались там только по необходимости. Затем зайдите либо в круглосуточный магазин на заправке, либо в любой автомобильный магазин. Должно быть одно из этих двух. И возьмите бутылку воды. Когда вы отправите официальную петицию по почте, приложите чек за воду, которую вы купили, и объясните, что ваша машина перегрелась. Штраф будет отменен. У меня это срабатывало каждый раз. Если вы несете продукты в пластиковых пакетах, возьмите дополнительный пакет, проденьте его через петли на ручках других пакетов и свяжите их вместе. Разделите пакеты примерно пополам, затем повесьте их через плечо или на шею сзади. Я видел, как это делал один бездомный, и мне действительно стало намного легче носить с собой продукты. Великобритания. Наберите 17070 со стационарного телефона, чтобы вам зачитали свой номер телефона, а также дали доступ ко множеству других опций администратора. Это бесплатный тестовый номер, используемый инженерами. Ну а на этом видео заканчивается, и если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Народ, я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого и попробуем набрать 2000 лайков. Всего-то 2000 лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов.